Набирает обороты чемпионат Московской области по футболу. После четвертого тура клуб «Металлург Видное» занимает первую строчку турнирной таблицы. В последней домашней игре нашим ребятам противостояли спортсмены из команды «Витязь Подольск». В пользу черно-красных. С таким счетом завершился этот домашний матч. В отличие от команды «Металлург Видное», подольский «Витязь» обосновался лишь в середине таблицы. Тем не менее, гости продемонстрировали на поле настоящую волю к победе. Но все их попытки атаковать ворота противника разбивались о надежную защиту. Мы делали все возможное, забивали голы. Потом, получается, я тоже вклад свой внес в это. Поэтому все работали и пытались вывести к победе нашу команду, что у нас, собственно, и получилось. Стоит отметить, что свой успех наши ребята закрепили на выездном матче с командой «Зоркий Красногорск», заработав 3 очка. При этом в свои ворота «Металлург Видное» вновь не пропустил ни одного мяча. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу. Ближайший конкурент – футбольный клуб «Красное знамя» – отстает от лидера на 2 очка.